Привет, друзья! Идем в продуктовый магазин. Я сейчас вас спрячу аккуратненько. Возьму вот эту огромную телегу. Это мексиканский магазин. Пошли. Так, мне нужен арбуз. Эти арбузы длинные, они с семечками. А нам надо без семечек. А, вот, без семечек круглые арбузики. Вот они. У них тут музыка сильнейшая. Так. Сейчас мы выберем арбузик. Так, арбузик, арбузик. Так, арбуз готов. Так, авокадо дорогие. $2 на $5. Так, нет. Так, что здесь еще есть? Ну вот видите, виноград 99, киви 4 на доллар. Не буду сейчас это брать. Виноград можно взять. Погрузить. О, черешня, $2. Уже почти везде черешня кончилась. Да, страшная черешня, конечно, какая-то завяла уже все. Я не буду ее брать. Виноградик возьму. Зеленый виноградик и красный виноградик, одна и та же цена. Возьму красный виноградик, он, по-моему, послаще. Чуть-чуть. Один мешочек. Так, дальше. Что у нас там? Сейчас надо по списку найти. Так, лимоны, капусту, лук. Капуста. Капуста здесь. Капуста здесь. Почем здесь капуста? 50 центов за сколько? 2 паунда за 99. Доллар за паунд, да? А нет, доллар за 2 паунда. Доллар за килограмм. Так. Возьмем одну капусточку. Что-то она какая-то вся разбитая. Это вроде ничего. Это хорошее. Так, мне тут неудобно, извините, пожалуйста. Держу рукой же одной телефон. Так, редиска у них хорошая. Редиска. Ой, что так дорого? 89 центов за пучок. Нет, дорого. Обычно здесь три пучка, она была. В другой раз тогда. Так, кукуруза 4 штучки на доллар. А, брокколи надо взять. Брокколи $2 за паунд. Так, сейчас надо брокколи набрать. Положу вас на минутку. Сейчас набираю брокколи.
еще сейчас один пучок найду. Так, нашла, сейчас быстренько в пакетик засуну. Так, брокколи готово. Так, что там у нас? А, следующая у нас. Лимоны надо найти. Арбуз взяла. Так. Так, картошку сладкую тоже надо. Сейчас. Красную свеклу беру. Что я ее в сок каждое утро делаю сок. 99 центов за свекла. Так, у меня старые диски, я возьму вот эту огромную, как она называется, этот, короче, такая огромный корень, он по вкусу точно такой, как редиска, не знаю, как это называется, и тоже вкусно в салатик добавлять. Так, кейл, сейчас возьмем листья салата. Листья салата я добавляю с квашеную капусту, и получается очень даже вкусно. Сейчас почему-то скейла. Нормально. 69 центов за пучок. Так, ну-ка я вам покажу. Вот, значит, этот кейл. 69 центов за пучок. Ой, excuse me. Так, дальше пошли. Ага, лимоны здесь. Лимончики 2,49 за паунд. Это вообще-то дешевле, чем везде. Везде поштучно продаются. И одна штука 89 центов. Но здесь у меня штук 5 получится набрать, наверное. Так, здесь вот там чуть-чуть видать сейчас. И лимоны хорошие такие, прям крупненькие. Я с утра забежала в другой магазин, лимоны у меня закончились. Там такие лимончики вообще махонькие. За 89 центов. Так, взяла лимонов. Сейчас нарву пакетиков. Так, ну что еще здесь? Ну-ка пойдем посмотрим цены. Так, значит. Ну вот смотрите, маленькие лаймс, вот такие махонькие, 89 центов. Это грейпфрут, 79 центов. Дыньки вот такие вообще безвкусные. Вот эти вообще безвкусные, 69 центов. Вот эти еще сладкие дыньки. Но я их тоже брать не буду. У меня есть там пол дыньки замороженных. Мы еще это не съели, так что. Так, идем набирать сладкую картошку. Так, вот лайм здесь почем? 99 центов за паунд. Так, что еще? Вот сладкую картошку я здесь беру. Сладкая картошка здесь 89 центов. Вот это. Мы ее только кушаем, больше никакую мы не кушаем картошку. Я ее беру, она здесь дешевле, 89, везде она $1.30. Так, ну здесь вот другие есть тоже картошки. Джамбо ямс. Ямс это такие, ну, похожий вкус вообще. Так, вот такие дыньки. Ой, тыквы. 99 центов. Спагетти дынька. Ой, тыква. Такие тыквы. А почему помидоры? Ну, помидоры эти вообще тоже кушать невозможно. То 99 центов помидоры. Так, ну все, ребята, я набираю. Быстренько картошечку. Так, картошку. Картошка не очень крупная, она бывает такая прям крупная. Тоже хорошая картошка.
Так, здесь я много картошки не беру сейчас. Быстренько, быстренько. Время ж идет. Ой, ой, падает все. Секундочку. Ну и хорошо, все, достаточно. Два таких пакетика шикарных набрала. Теперь идем быстренько лучок возьмем. А обычно картошка 69 центов за паунд. Так, ну вот сейчас вам покажу. Ну, по-разному продается. Вот картошка в мешках такая уже по 3 доллара. 4 доллара 3,99. Вот 3,99. Вот здесь лук красный, какой хочешь. А нам нужен лук вот этот самый дешевый. 2 паунда за 99 центов. А этот 89 центов. А в мешках уже за 3,99. Вот бананы 2,99. Огурцы 5 штук за 99 центов. Так, ну ладно, сейчас лук наберу. Ну, хороший, крупный. Свежий, сразу видно, свеженький такой весь. Один к одному. Нет гнилого лука. Если гнилой, так это прошлогодний лук. Уже остатки там, они бывают такой, знаете, уже мухота там летает вокруг. Так, у нас лука столько много прям уходит тоже на этот. Кушаем много лука. Я всегда делаю лук и с картошкой. Я картошку делаю толченую туда. Лучок поджариваю. И лук я делаю с этим. Так, достаточно. Что у меня там по списку? Ну-ка, ся. Значит, лимоны, капуста, лук. Все, закончили. Так, сколько я времени записываю? Ну все, 13 минут записываю. Все, друзья, набрала. Спасибо за внимание. А внизу поставлю, сколько у меня все это вышло. Вот смотрите, сколько у меня тут набрала я. Вот такая коляска, сколько я здесь набрала. Так что вот так. А, еще возьму быстренько этот цветную капусту. Я ее в духовке делаю, знаете. В духовке она и в суп хорошо тоже. Так. Суп со свеклой как сделаю. Вот. Она $1.49 здесь. Цветная капусточка. Сейчас возьмем прям такую крупнецкую. Ой. Так. Сейчас. Хорошая здесь у них цветная капуста, свежая всегда. Две штучки взяла, достаточно. Ну все, ребята. Что тут еще вам показать? Вот эти прикольные, они сладкие-сладкие такие. Как вроде бы, я не знаю, что такое. 4 паунда за 5 долларов. А нет, это манго. Что это за цена? А вот 2,92 паунда за 99. Ну все, бананы почем? 99. Есть другие разные всякие. Все, друзья, пока.